400. Итак, мы из Душанбе выезжаем на Худжанд. Сейчас мы вам покажем, как уехать на Худжанд. На самом деле это не так просто, потому что здесь настоящий рынок доставки, такси. И поэтому сейчас здесь идет большая торговля. Сколько стоит, какая машина и как туда, кто нас быстрее довезет? А не надо там быстрее дойти. Какая машина? Вон там, за горным перевалом, в 6 часах езды находится город Худжанд. Нам надо туда добраться. Это выбор, который стоит перед нами. Ну, он сказал самую маленькую цену. Кто сколько сказал? А? Сколько? Ну, меньше всех. Без проблем нет. Вот так накрывают наши чемоданы, чтобы не улетели в пропасть. Резо, говори, до свидания. Что? С Сашей прощайтесь. Счастливо. Все получалось, все прошивалось, все самое главное. В следующем году еще приезжали, приезжали я и Саша. Для этого и приезжали. Все получилось. Машина загружена под завязку. Поэтому мы едем вдвоем. Итак, на этом большом старом джипе, загруженном под завязку передачами из Душанбе на Худжанд, мы отправляемся в путь. Нас ждет 6-часовое путешествие через горы. Так что покажем вам эти невероятные пейзажи гор Таджикистана. Все это машины, которые ждут отправки на Худжанд. Туда едут, в Душанбе, потом дальше поедут.